Друзья, привет! Видео снимала в двух магазинах Fix Price, Косыгина 27 и Калантай 30, Санкт-Петербург. На Косыгина только в среду поступил новый товар, так что все будет то же самое, как во всех магазинах. Приятного вам просмотра! На Косыгина обнаружила новое средство для стирки пятновыводное с энзимами. Для полотенец бережно относится к тканям, подходит для ручной машинной стирки, обладает нежным ароматом. 79 рублей. И также есть такой же порошок, только для постельного белья. 250 граммов, 79 рублей. Производитель Россия. Гель для стирки универсальный, для ручной машинной стирки подходит. И подходит для всех типов ткани. Литр 400, 99 рублей. На Косыгина также привезли изделия с деревянными ручками и бамбуковыми. Кисти для макияжа 199 рублей. Зеркало на бамбуковой подставке. Есть белые, розовые, серые. 149 рублей. И также расчески с деревянными ручками стоят 149 рублей. Кашпо для цветов на подвесе с цепочкой. Здесь тоже привезли, только здесь подвесы круглые и треугольные. Подвесы сделаны цепочки из металла. 199 рублей. Декоративные цветы в горшочках. 3 штуки. Цветочки разные. 199 рублей. На Косыгина только что выложили полотенце банное 70 на 145 сантиметров. Производство Индии, 100% хлопка. Вот такие расцветки, их очень много. Синих я даже и не видела. И зеленые есть, и темно-зеленые. Все с орнаментом, с узорами. Цена 299 рублей. Посуду я снимала и на Косыгина, и на Калантай. Привезли одно и то же. Салатик на литр 199 рублей, опаловое стекло. Салатник треугольной формы с загнутыми краями. 800 миллилитров, опаловое стекло, 124 рубля. Очень симпатичный. Вроде они были, а может не были. Блюдо 30 сантиметров. Также загнутые края. 199 рублей. Мне понравился. Набор контейнеров 3 штуки разного объема и крышки разного цвета. Производство Россия, 99 рублей. Небольшая терка четырехгранная, сделана из белой жести. Размер 8,5 на 6 и 18 сантиметров. Россия, 99 рублей. Керамическое блюдо 31 на 21 сантиметр, 199 рублей. А это новинка, пиала 500 миллилитров, опаловое стекло, глубокое, 59 рублей. Это тоже новинка, салатник 820 миллилитров, с такими яркими кружочками, опаловое стекло, 83 рубля. Еще нашла пиалу 500 миллилитров, 59 рублей, также с цветными кружочками, симпатичная. Пиала 350 миллилитров, керамика, есть с розовой и желтой каемочкой, 62 рубля. Тарелка 18 сантиметров, керамика, с желтой каемочкой и есть с розовой, 83 рубля. Есть в двух в этих магазинах. Тарелка 20 сантиметров, вот с таким рисунком и ярким. Опаловое стекло 59 рублей. Салатник беленький, с волнистыми краями, без всяких цветов. 265 миллилитров, 39,50. И тарелочка 19 сантиметров, 59 рублей. И на Косыгина, и на Калантай поступили подставки-сушилки для посуды. И не только для посуды. Маленькие прямоугольные 199 рублей, большие квадратные 199 рублей. Есть все расцветки, что я вам показывала прежде. Материал термопластичная резина. Подносы сюда также привезли. Диаметр 30 сантиметров. Смотрите, какие красивые. В общем, все варианты, что я вам показывала, 62 рубля.
Бутылочки и кружки новые. Я снимала на Калантай 30, но думаю, на Косыгина тоже их привезли, просто не успели выложить. Кружки с котиками. Все есть. Три варианта. Ручки, хвостики. Все есть. Приходите, покупайте. Детские бутылочки для воды 400 миллилитров. Шнурочек в бутылке находится. Под крышкой находится трубочка силиконовая. Вот так она убирается. Есть бутылочки разных расцветок с рисунками. И есть однотонные. Россия 99 рублей. Наконец-то я встретила декоративные салфетки. Оригинальный дизайн, напоминает вязаное изделие. Нашла серебристые, с другой стороны беленькая, чисто бирюзовые с двух сторон, золотистые, очень красивые, белый низ. Размер 38 на 41 сантиметр, материал ПВХ. В этот раз салфеточки плотненькие, 59 рублей. Нашла для вас новые книги, в этот раз в мягком переплете. Цена стояла и 149, и 199 рублей. Непонятно, что к чему относится. Посмотрите, может быть, вас заинтересует. На Косыгина также поступили вентиляторы, которые раскладываются, они большие, высокие. Работают от USB-провода 100 сантиметров. Есть черные и белые, 249 рублей. Горшок для цветов с поддоном на 4,5 литра, не достать высоко, два цвета, 199 рублей. Кашпо для цветов двойное на 3 литра, внутри находится кашпо с дренажными отверстиями. Оно вынимается и на ножках. Есть симпатичные расцветки, белые, серые, бежевые, розовые, 249 рублей. Друзья, спасибо большое за внимание. Идем мы дальше. Прогулка еще не закончилась. Идем мы по Адмиралтейской набережной к Медному всаднику. Вдоль здания Адмиралтейства идем. Тоже очень красивая. Немного вам расскажу про этот монументальный конный памятник. Это первому российскому императору Петру Великому. Создавался с 1768 по 1778 год. Открыт на Сенатской площади в августе 1782 году. Высота его 10,4 метра. Ну а теперь просто любуемся. Он находится в прекрасном месте, в прекрасном состоянии. Прекрасный Александровский сад. Исааки. Очень красиво. Просто картина. Я с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, до завтра. Всего вам самого хорошего и пока. Конечно, в первую очередь Санкт-Петербург – это красный, солнечный, несмотря на дефицит солнца, добрые тени, добрые состояния. Что для меня этот город? Не знаю, мне кажется, что это любовь с первого взгляда. И каждый раз, когда я еду, у меня уже в аэропорт, у меня уже есть такая традиция, что я останавливаюсь каждый раз на Новом Москве. Поэтому я сказала, что приезжаю, привожу группу частного театра, такие форматы.
людям. Вот. Мне всегда рада встретиться с родителем. Действительно, я наверное, самый теплый и самый взыскательный, потому что очень много театров. Вчера услышала, что большинство театров, включая государственные и частные театры, а у нас всего 28 на всю страну, на Республику Беларусь. Я считаю, что вот такого зрителя определить всегда очень сложно. Мы стараемся сделать единый организм, потому что в нашем сердце живет тепло, доброта и гостеприимство. Я от всей души поздравляю вас всех с Днем города. Санкт-Петербург является культурной столицей России, но по-своему она очень теплая столица. Это приятно возвращаться в этот город, который всегда хочется вернуться. Русский театр, драма, режиссер Владислав Пазей и посвятил Крымскому театру свои лучшие годы, 10 лет, тоже руководил русским театром, уполнил любви к русскому духу. И всегда, при каждой возможности, он приводил в ваш прекрасный город, ваш теплый город,